Приветствую, друзья, на канале Pro Gamer Television. С вами Сафер и Тройки. Мы с вами продолжаем проходить игру Doom 20 Revelation с Brutal Pack'ом 9. Я уже запутался, да. Иногда, знаете, не удается просто поиграть. Выдалась сейчас минутка. Сейчас мы тут быстренько все разрулим. Все очень быстренько со стола все уберем. Как вы знаете, да, у нас же студийная работа в основном. Очень много роликов делаем. Заходите, так что в социальные сети смотрите. Потом ссылочки скину. Очень интересные вещи. Так, что у нас тут? Блять, я уже забыл. А, вот, все. Так, это что у нас? 10 уровень Underground Activity. Что у нас тут? Activity, ёбаный в рот! Ты чё, блять, подождите, сука, остановитесь. Сука, ёбаная. Сосал я вас всех, сука, ебанатый. Блять, а чё я должен делать здесь, мадафакер? Сука, блядь. Ебать вас всех в рот, а. Что, блядь, такое страшное, сука, взять и побежать. Я думаю, он долго раскручиваться будет, я просто уверен в этом. Блять, ну какой это вариант вообще бежать в самое мясо, а? Дайте мне спокойно ее. Может, в другую сторону побежать, я надеюсь, там тоже. Ну чё, пидоры, мадафаки. Ну, теперь можно и засеяться, ёпта. А, музончик-то какой, а? Что, бля? Вы чё-то, блядь, совсем что ли охуевшие твари? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, парень, тебе такого не надо сюда. Ёб твою мать, это кто там такой? Горячие парни из дома. Вон они. И вам тут. Ну, конечно же, так нельзя делать. Бах. Вот, сука. Не, ты нихуя ты дал себе, а, сучек потрох. Ой, блядь. Ёбаный в рот, вы чё, ёпта? Суки, заебали вы своими этими ружьями. Ой, блядь, откуда? На нахуй иди! Блядь! Сука, да почему так все не вовремя всегда? Где это хуй? Убил? Убил. На, блядь! Блядь! Опалево. Ой, блядь. Ну надо же так. Твою мать, косить, сука. Да ты чё? А, секреты, секреты. 4 секрета здесь. В уровне.
Уверен, что снизу меня уже ждут. Да. О, разозлились, да, какая. А, это просто горелка. Да пошли вы. Блин! Вот сука. Наверное, надо было не отсюда бросить. Ну ладно, пень. Поддонок. Да-да-да, мы слышим, что вы там ходите. Сейчас мы и к вам придем. Мадафакер. Откуда он тут? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Бля, сейчас еще только не хватало тут еще нарваться. Блядская хуйня. Откуда мода? Блять, я прям даже не понял, откуда. Так, это... Слеповат стал. Ёб твою мать, а, сука. Педики. Да ёпта мать. Удобно, секрет есть. А может и нет. Хорошо бы. Понимаю, что сюда. Ой-ой-ой. Блин, эту хуйню я не севлю, сука. Сука. Дрянь питерская. Блять, блять, твою мать. Да блять, это же заебали уже. Нихуя себе, сколько вас тут? Опасно. И вот с такими просто вот так вот надо прям. Прям быстренько. Ой-ой-ой, слушайте, здесь что-то прям жужжит, работает. Пила дружба. Этим, блядь, только дай волю.
Или что-то какой-то телепорт странный в пустой комнате. Кто первый? Мадафака. О, блядь! Сука. Стрелять будет по мне. Что-то произошло, но я не понял, что. И я боюсь возвращаться в ту страшную комнату. Нормально. Так, пока брать ничего не будем. Пустоватенько. Смотрите, что-то открылось. Я так и знал, что халявы тут не бывает. Сука. Я вот так подумал, может быть, нам взять этот броник. Блин. Неужели секретов нету? Подождите, а здесь? Здесь тоже не может быть ничего. Ну ладно. Блять, стрёмно нажимать уже чё. Желтая дверь у нас там. Ведь аптечки хотя бы покушаем. О, смотрите, 100. Хлоп. Что-то не то. Вот я что-то вот так вот. Тварину надо отсюда убрать. Нехорошие вы мои. Там зеленый, по-моему. Тварь, а. Еще. Ой, бля. Блять, в спину прямо, а? Сука.
Грусть какая-то прям встает. Бог ты мой. Блять, это, конечно, хуёво. Ты жизни, блять, не так много. Вообще, он просто исчез. Блять, ты заебал, дал. Ты гонишь, что ли, сука, ты посмотрите на него. Твою мать, сука. Тварина вонючая. Порядок. Иди сюда. Блять, да что это за говно летящее? Пидор. Да вы гоните, что ли? Я мне так еще много потратил, хочу сказать. Блять. Тут вообще говняка нет, не хватало. Вот и стой там, тварь. Башка, блядь, твоя развитие. Так пиздец. Ай-яй-яй. Ну это, бля, подстава, а. Это что за нахуй такой там летающий? Обратная связь? Блять, это же ёбаная малина. Там уже гнилая. Блять, уже второй раз попадаюсь на эту хуйню. Да, здесь так бесполезно. Странно. Бля, ты что, сука, делаешь-то, твою мать, сука? Просто смерть висит. Вы гоните, что ли, а? Бля, мне стрёмно. Ой, нет! Убей малину! Убей малину! Неужели убил? Не верю. Блять, она меня просто за углом, сука, поджидала.
Ну. Ой-ой-ой! Сука. Блять, это ракет. Нихуя как арбуз взорвался. Еще один! Вы гоните! Удобная тема. Я ей не пользуюсь. Неужели до малины достала? Да, достала. А это вот второй секрет. Первый секрет, напомню, там с шариком был. Это уже... взяли. Слышно, вот прямо сейчас эта штука и откроется. Нет. Блять, и здесь тоже. Наверное, с этого постреляем. На прорыв. Тихо. Вы там свои решите свои проблемы. Ёбаный в рот. Блять, опять это ебало. Не поверите, опять. Опять мне надо перемещаться. И вот так вот мы сделаем в этот раз. Блять. Вот, кстати говоря, это же я здесь их пострелял, этих тварей сраных. Да что это за шарики? Ой, блять. Да это пиз. Ебануться, а что это было? Блять, ну не буду я брать из-за 7%. Блять, не понял. Так, я что-то не въехал, а что здесь? Должен был что-то нажать, наверное, нет? Ну, в общем, куда-то не туда улетел, ну ладно. Так, подождите, я тут был или не был? Я что-то не могу понять. Возможно, не был. Возможно, точно не был.
Мама дорогая, что такое? Ты на секунду только показался. Пиздом. Стоим. Ой, блядь, еще один. Я просто видел, что это откуда-то снизу было запущено. Ладно. Бля, сейчас целая война будет. Ладно. Зажрут. Зажрали. Блять. Сука. Блять. Блять, это вообще просто пиздец. Вместо гранаты кинь сначала факт показал. Да, это хорошо получилось. Ты вообще красавец-то, а какой. Так, чтобы уже наверняка. Хорошо. Так, стоп. Потрошки можно взять. Блять, ни одного секрета не нашел. Ой, блядь, ну что ты не это, хуйня. Ненавижу, блядь, дрянь вонючую.
Блин, это в пизду, я возьму и все. Где уже горы трупов, что ли? Блять, какая сейчас ебала опять будет, а? Мне кажется, это только начало. Ну, конечно, туда. Ебучие шарики. Ну, неудивительно. Блять, это красная дверь здесь еще. Ёб твою мать. Я вообще-то уже выход собрался ждать. Ладно. Блять, ну тут дальше спускаться. Грызуны эти, ебаные. Пиздос все. Блять. Так, подождите, а я могу подняться потом наверх? У нас есть на самом деле чем ответить. Да хули ты по этому телу стреляешь, долбоёб? Сука.
Тварь. Так, подождите. Да, не сказать, что, конечно, айс. Да сколько вас тут, а? Лица жрут, сука. Пизду, блядь. Да хули, блядь. Давай, 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 работай, молодец. Пошли вон, скоты. Полетела, блядь. Золотая малина. Чё, всё? Да ёп! Блин, только не это! Ошибся немножко. Ой, там что-то есть. Это лифт, понятно. Мы, я так понимаю, за красным ключом идем вообще-то. Где все? Чё тут, блядь, найти должен? Блядь.
Какого хера, блядь? Суки. Так, блин, звонки, манки. Так, вот давайте теперь определимся, куда бежать. Драться, понятное дело, с этим говном совсем не буду. Вон, по-моему. Я так полагаю. Дебилы! Жрите говно там, сидите все. И опять нахуй ни одного секрета для меня. Твою мать, никак не умру. Блять, еще меня и поцарапал, сука. Ладно, я думаю, что в следующий раз я запишу уже, наверное, секретики поищу в этом уровне. Блять. Блять, что-то нельзя.
если окажется так, что я в это говно все пойду. Смотри, как что есть. Да. Да вы гоните, мадафакер. Сука. Блять, пидорас, ёба рогатый. Так, сделаем все очень быстро. Блять, я этот весь потратил. Запас. С патронами. Ну чё? Ну чё? И чё? Блять, и чё? Нажимать кнопку, что ли? Сука. Так нельзя стрелять. Блять, пиздец. Короче, надо засыпать просто ракетами. Блять, ну это выход или чё? Ну, твою мать, наконец. Ну что ж, друзья, с вами был Сафир Тритройки на канале ProGamerTelevision. Всем спасибо. До новых встреч. Пока.